Ну а перед началом данного видеоролика я вас всех благодарю за то, что вы собрали 100 лайков менее чем за день. Именно поэтому в одном из следующих видео я прокачаю аккаунт моего подписчика. Выберу это все я рандомным способом, поэтому если вы хотите, чтобы прокачал именно ваш аккаунт, пожалуйста, напишите комментарий, потому что я выберу случайный комментарий, как я вам и сказал ранее. Всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы с вами, как обычно, будем играть на проекте Black Russia на Green Server. Кстати, если ты там все еще не зарегистрирован, то не забудь указать мой ник Джон Дерен в качестве пригласившего тебя игрока. Но также при достижении второго уровня, чтобы купить новую машину, не забудь ввести мой промокод Найр, который даст тебе 15 тысяч вирт. В сегодняшнем видеоролике мы с вами посмотрим, возможно ли окупиться в казино. Я думаю, вы уже очень много раз слышали рассказы от всяких ютуберов или от ваших друзей, как они поднимались прям почти что с нуля до нескольких лямов. В общем-то, в этом видеоролике я все это проверю и вы наглядно все увидите. Ну и по традиции моего канала, на ваших экранах вы видите человека, который выигрывает 100 рублей на свой доначет абсолютно бесплатно. Но если ты хочешь так же, то от тебя потребуется подписаться на мой канал, включить колокольчик, это обязательно. Также написать комментарий с вашим ником и сервером, на котором вы играете, ну и конечно же поставить лайк. Всем вам желаю приятного просмотра, ну а тем, кто кушает, желаю приятного аппетита. Итак, ребят, мы сейчас с вами уже находимся в банке Арзамаса. На нашем счету находится 296 тысяч. Давайте вставим вот на этот... Нет, а зачем нам туда идти? Вон, давайте пойдем к банкомату. Так, жмем на кнопочку Alt. И давайте положить на банковский счет. Сколько нам нужно? 100. Так, другая сумма. 196 265. Так, готово, и у нас сейчас на балансе, как я понимаю, останется ровно лям. А, нет, я еще не докинул, у меня просто математика проблема, извините. Положить на банковский счет, другая сумма, и еще 90 тысяч. Так. Ну, сейчас точно у нас остается ровно 100 тысяч. На них мы должны будем с вами подняться в казино. Я думаю, вы очень часто слышите от ютуберов или от каких-то игроков. Вот это да, я поднялся с 10к несколько лямов. Сейчас мы с вами проверим, в принципе, обман вас они или нет. Так, давайте напишем команду ТП и телепортируемся в казино. Так, кстати, казино еще здесь не скупили. Я думал, уже тут скопили, или я путаю с ред-сервером. В принципе, неважно. Так, давайте подпишем какому-нибудь... Столу, и тут уже, ну, неадекват игроков нет, был, ясно. Так, пожалуйста, давайте кто-нибудь уйдет с этого стола, потому что я не особо люблю ждать. Вон какой-то чел из нашей семьи есть. Пацаны, если хотите к нам в семью, в принципе, обращайтесь ко мне, потому что заместитель я уже снял своего, потому что он не выполнял свои обязанности. Или, если хотите стать заместителем, в принципе, мне тоже можешь написать ВКонтакте. Так, почему-то никто не хочет уйти со стола. Вот, все, ребят, мы встали. Так, надеюсь, он сейчас не будет сразу там по 50, по 100 тысяч класть. А если мы, ребят, сразу с вами все сольем, мы с вами возьмем еще 100 тысяч и попробуем на них. То есть вторая попытка. 98 next. Он что, дурак, что ли? Кто будет на 98 тысяч? Хотя, наверное, там очень часто играет настолько... 10 тысяч, на чай. Какой на чай, если я выиграл 10 тысяч? И то там с комиссией. Ладно, в принципе, мне не жалко, можем дать ему 1000. Ну, как бы, почему бы и нет. 96 тысяч, он что, дурак, что ли? Ага, нашелся какой-то дурак, который будет играть. Ребят, давайте, хотите, рискнем сейчас? Хотя нет, мы уже не рискнем, потому что счетчик давно идет. Так, next 300 тысяч. Он что, дурак, я не понимаю, зачем? О, из нашей Фомы выиграл, красавчик, если не ошибаюсь, это из нашей Фомы. Максим, кросс. Давайте напишем, похвалим, хули. Ага, на 600 тысяч играет. У меня даже таких денег сейчас нету. Кстати, вот этот счетчик, если вы могли заметить, зеленый, вот видите, где еще написано Darian Empire. Он не особо заметен, мне кажется, надо сделать так, чтобы он перебивал все, можно сказать. Кстати, он проиграл сейчас. 20. Давайте 20 тысяч сейчас, потому что, ну, как бы 100, 200, 300 тысяч, это не дело. У нас таких денег с вами нет, как вы понимаете. Так, интересно, он поставит или же нет? Ага. Ну, гениальный человек, в принципе, вот, ничего не скажет. Тут купил, уже поставил ставку 20 тысяч. Давайте сыграем, я надеюсь, мы выиграем, потому что деньги-то, ну, не такие уж и маленькие, как я считаю. У нас сейчас 83 тысячи 300 остается. Нам нужно так много ставок по 20 тысяч играть. Ну, вдруг окупимся, вдруг не окупимся. Сейчас вы, в принципе, увидите, стоит ли вам вообще играть или нет. Так, мы проиграли, давайте еще 20 просить. Еще 20, или даже 40 просить сразу же. Maybe получится у нас. Так,
60 тысяч уже играем. Вы сейчас увидите, в принципе, возможно ли подняться или нет. Если вам какие-то тактики какие-то говорят есть, нет никаких тактик, казино это чисто рандом. Здесь никак вы просто не сможете подняться по тактикам, потому что это просто рандом. Но если типа верить, может получится. Давайте 40 тысяч просить, мы уже в минусе на 40 тысяч. Это капец. Найс, играем. Так, уже на кону 80 тысяч, надеюсь, он не будет сейчас крутить, еще больше людей соберется. Нет, он крутит, в принципе, очень умный человек. Так. У нас остается 20 тысяч только. Мы выиграем. Все, ребят, вот мы в минусе на 3 тысячи только остаемся. Давайте на 20 просить. Зачем эти люди просят 5к? Смысл играть на 5к? Это же очень мало. Типа лучше уж играть на 10 или на 20. Вообще лучше не ходить в казино, если так судить. Так, играем уже на 40 тысяч. Надеюсь, мы окупимся, потому что я опять не хочу ходить в дикий минус. Так. Итак, Иван Горохин выиграл, ясно. 40. Что он пишет? 5-0-2-5 next. Что такое 5-0-2-5? 40 тысяч просим. Давайте играем. Так, кто с нами будет играть? Какой-то Эндрю Ермаков. Угу. Может, еще кто-то зайдет? Ну, хотя это очень вряд ли, на самом-то деле. Так, если мы сейчас выиграем, будет неплохо. Он мне дает 1 рубль, это такая тактика. Ну, типа, это чисто рандом, на самом деле, казино. Я думаю, это многие уже понимают. Мы выигрываем, пацаны, с вами. Итак, у нас окуп 100... Ой, 12 тысяч. Так, Вин Чай. Давайте дадим ему 1000 вирт. Вот ему чай такой будет. Вот, на, держи тебе чай. Сойдет. Мне и так комиссию гигантскую дают там. Так, 36 тысяч играем, ребят, давайте. И мне чай. Ни хрена себе. Из моей фамы какая-то тёлка, наверное, транс, точнее, просит еще бабла. А не охренела ли вы, мисс? Так, мы играем на 72 тысячи. Давайте постараемся выиграть. Дает мне деньги, бля, это такая убогая тактика. Мы выигрываем, пацаны. Давайте ему дадим чай побольше, типа, круто. Джон, как бы. Даем ему деньги, как вы понимаете, ребят. Это тактика, нужно быть не особо жадным. Давайте, смотрите, пишет, отдай деньги, мразот. Видите, просто какие они адекватные игроки. Почему меня мразоты называются? Капец, это даже смешно, ребят. Давайте сейчас 200к поднимем. В принципе, мы можем уходить из казино, потому что мы окупились в два раза. Сейчас давайте я выиграю. Это Рафлан будет. Готовим, если что, ему... Этот, как его? Чай? Давайте вот так даем ему 1000. Просто так. Ну, чтобы 40. 40, давайте. Просим 40 сразу. Может, сейчас попробуем окупиться, ребят? Надеюсь, я не зависит на одном месте. Так, играем быстрее. Чем первее ставишь, тем лучше. Так, кто не со мной захочет поиграть сейчас? Это интересно. Анна Топова. А, это не она меня назвала мразот, а так бы я ее уже выкинул из семьи, но это ладно. Так. Давайте, ну кто-нибудь, зайдите. 80 тысяч, ребят, играем. А может 120 будет? Хотя вряд ли. Ну, короче, готовим и что ему, типа, на чай. Кто со мной играет? Дженни... Нет, Анна Топова из моей фамы. Ребят. 40. Смотрите, я замутили, бля. Ору, ребят, вы не представляете. 40. Давайте просить 40. Капец, я так сейчас ору, не представляете просто. Я ей дам денег, что 10 тысяч. Если, типа, сейчас подниму 200. Мне не жалко, если своим фамой давать. Давайте ей прямо сейчас дадим, а то, бля, можно, в принципе, а то, типа, давайте дадим ей вот так. Так дадим ей, вот так, вот так, вот так, вот так. Все, в принципе, нормально. На всякий случай оставим так. Прикол, она сейчас недовольна будет еще. Что, что тебе, что тебе? Что она хочет от меня? Если со мной еще кто-то сейчас поиграет, я вот этому дам. Яну.
Я, а не топовый, я, в принципе, не жадный человек, я даю всем бабла, если надо. У нее и так бабла много, но чувствую, у меня побольше там, у меня в банке лежит. Так, о, играем, пацаны, давайте. А этот крупье недоволен, чекайте, ребят. Далее мы еще. Бля, ору, ребят. Давайте 5-40. 40 демо. Давайте 40 тысяч, сейчас выигрываю, я ухожу. Смотрите, надо на 3 секунде давать 4 тысячи. Вот сейчас будет 3 секунда. Мне это очень нравится, на самом деле. Но я сейчас должен проиграть, потому что очень много раз подряд. Пацаны. 200 тысяч. Ребят, вот кто еще может так понимать деньги? Пацаны, новая тактика для казино. На 3 секунде давай, этот, как его, сколько надо давать? 4 тысячи даем, и мы выиграем, пацаны. Я вам отвечаю, это рабочая тактика. Типа у нас ходят деньги, а потом приходят. Я считаю то, что это очень неплохо, без тактик мы реально смогли подняться. Но мне, в принципе, отчасти очень сильно повезло, потому что я... Так 5 подряд просто выигрывал. Ну, это типа реально абсолютное везение, нет никаких тактик. Запомните, пожалуйста, ребят, кто делает видео с тактиками для казино, ставьте ему дизлайк. И вот мне тоже на прошлое видео по тактикам можете влепить дизлайк, хоть там 1000 дизлов, потому что я этого заслужил. На самом деле это, ребят, просто кликбайт, серьезно, запоминайте все сейчас. Это я не просто говорю, реально тактик никаких нет и никогда не будет. Думаю, вы это уже запомнили. Ну, на этом моменте мое видео подходит к концу. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. И вы раз и навсегда поймете, что не надо смотреть никакие тактики для в казино. Нет никаких тактик, когда их не будет. Это просто чистый рандом. Вот в этом видеоролике мне повезло, а вот в следующем, допустим, не повезет. И я солю вообще все до нуля. Ну, а с вами был, как обычно, Найр. Всех благодарю за просмотр. Не забывайте участвовать в конкурсе. Всем желаю удачи и всем до скорых встреч. Пока-пока.